Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Так, и теперь отладка того, что у нас тут получилось. Подготовка всех значений. Так. Потребуется функция для отладки. Тест, который печатает просто тест. Так, тест. А, есть уже это. Это уже есть. Такая надпись есть. Ну, тогда сделаем просто функцию. В общем, ее суть в том, чтобы печатать слово тест на экране. Ну, то есть. Такая несложная функция. Так. Red. Так, вроде бы все готово. Инициализация памяти. Запрашиваем участок памяти. У нас есть две переменные здесь. Вот она. Адрес, где хранятся элементы. И размер участка. И вот, ну, нам нужно выделить участок памяти под элементы. Тут указываем размер запрашиваемого участка памяти для хранения элементов. Создаем. Ага. И сохраняем выделенный участок в кусок. Сохраняем адрес выделенного участка для хранения элементов. Как это назвать, этот кусок? Назовем его так. Ну, то есть у нас же два получилось диспетчера. Один общий и один для хранения элементов и коротких строк. Или кре, str, кре. Кре. Так, вроде... А, и теперь нам неплохо было бы вывести адрес этого участка. Как это сделать-то? А, вот.
А X в X же будет храниться адрес. Соответственно, DI нам уже здесь на данном этапе не нужен. Мы запишем здесь mov DI, запятая. Текст elements. Нет. Как это назвать? Так что, блин, что-то здоровое название. Вот. Вот так нормально. Он просто печатает строку для хранения элементов. А. Адрес участка для хранения элементов равно. Вот так печатает. Call print str. Так. Выделенного печать перевода строки. Все. Ну, в общем-то, суть в том, что писать все на видео, чтобы не было такого, что там с одного видео на другое видео какие-то изменения в исходнике произошли, которые как бы я там сам сделал. Если, ну, типа, если вдруг кто-то смотрит видео и типа не поймет, что там изменилось, чтобы такого не было. Как. Поэтому все исключительно на видео записывается, какие изменения в процессе написания кода происходят. Здесь. Ну а тут у нас, соответственно, какой-то код рабочий. Прикольно. Ладно. Что ж, на чем мы остановились? На подготовке участка памяти. Давайте откомпилируем. В 10-й строке ошибка. Lems.di. В 12-й. Как так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51. Так, в 13-й строке теперь ошибка. В 13-й. Угу. Что ж, запустим, посмотрим. Для хранения элементов выделен участок с адресом 3003. Отлично. Что ж, теперь можно запустить наш парсер на проверку. Зависает. Понятно. И теперь нам нужна наша процедура. API print test. Будем разбираться, что у нас в парсере. Так. Создаем корневой элемент, заносим адрес. Давайте сразу записывать. Далее, что у нас происходит? Читаем адрес расположения текста программы. Что ж. Устанавливаем указатель на начало текста программы. Ой, это указатель чтения программы. Далее идет цикл. Читаем адрес. Ну, правильно было написано. Хотя я абракадабра, конечно, так читаем символ по указателю. Проверяем на 0. Символ окончания текста программы. Далее. Если текст закончился, выход. Отлично. Указываем пределы читаемых знаков. Окей. Читаем оператор. В пределах от А до Z он читает. И смотрим длину прочитанного слова. Читаем длину строки прочитанного слова. Проверяем на 0. Если 0, переходим. Пытаемся прочитать не как оператор, а как цифру, и пределы уже другие, от 0 до 9, а не от А до Z. Отлично. Тип элемента указываем.
кстати, здесь тоже допишем до кучи. Типа линк указываем, куда добавляем. Указываем текст элемента. И добавляет в элемент DI. Так, читает следующее слово. Отлично. Кстати, здесь не call, а GMP должно быть. Так, GMP, GMP. Веселая ошибка, кстати. Что ж, здесь все правильно. Еще раз проверим. Все равно зависает. Так, смотрим, где происходит зависание. Первым делом у нас идет буква, слово. Значит, вот здесь мы оказываться должны. Так, печатаем call api print test. И вот здесь, соответственно, в котором из этих мест зависания. О, до туда даже вообще не доходит. Или я просто не откомпилировал? Нет, туда вообще не попадаем. API print test. А в начале, ну-ка. Блин, а может она вообще не работает, эта функция? Ну-ка. Нет, работает. Значит, ре. Вот сюда мы уже не попадаем. Вот здесь зависаем где-то. Ну-ка. Ничего не понимаю. А, ну да. Вот сюда попадаем. А вот отсюда уже не выходим. Смотрим элемент create. Elements. Устанавливаем на начало участка под элементы. А. Здесь должно быть вот так. Что ж. Ищем свободное место. Та-та-та-пам-пам-парам-парам. Кстати, вот ту ошибку, вот ту, которую искал, вот здесь была. Полчаса, наверное, искал. Не мог понять, что программа перезапускается по заново, по новой, короче. Не видел. В пяти местах написано было call вместо GMP, а я, блин, не видал. Вообще жесть. Так, что там далее? Это поправили. Подровнять все. Ну ладно, сейчас проверим. Я ноль эффект. Так, элемент цикл. ALDI тест. AL.
Ищем свободное место для создания элемента. Все правильно. Надо смотреть, где мы там зависаем. Сейчас посмотрим. Но вот тут явно нигде не можем зависать. Значит, где-то вот здесь вот в процессе создания строки можем зависать. Сейчас проверим. Да, первый есть тест. Выходного нету. Идем к Create STR. Ищем свободное место. Здесь то же самое. Это же не адрес, а переменная, где хранятся данные. Опять же, подровнять все нужно. В дальнейшем, кстати, вот под выделение строк и под выделение элементов одну функцию можно сделать, сэкономить кучу байтов. В принципе, пока не критично. Что ж, вот здесь DI, а здесь SI. Неправильно. Так. Теперь здесь DI. Давайте запустим. И посмотрим. Так, теперь сдвинулась там с мертвой точки. Здесь сворачиваем, чтобы нам ничего не мешалось. Создаем строку. Убираем лишнее все. И теперь, раз она уже у нас читает, нужно проверить функцию call vis. Просмотр структуры. А здесь формирование структуры. А, парсинг. Парсинг. Разбивка на слова. Это парсинг. Что такое парсинг? Кто его знает, что это такое парсинг? Парсинг. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Зацикливается просмотр элемента. Читаем первый вложенный элемент. Далее. Проверяем наличие первого вложенного элемента. Если нету, то выход. Move DI AX, VIF L VIF, DI L NEXT, AX. А. Почему здесь есть и? Здесь должно быть D и. Что ж, вот уже лучше, но все, блин, слилось. Надо здесь добавить после печати элемента, вернее даже до, чтобы DX не разрушать, печатать перевод строки move DI. Ну, то есть логика простая, и вот здесь DI заполняется другим значением, следовательно, мы его можем здесь изменять как хотим. Ну, до этого элемента. И мы здесь напишем перевод строки, и пусть напечатает перевод строки. Copy print str. Блин, да что же они такие названия? Здоровенные. Всю картину портят.
Так, компилируем, запускаем, и ничего не происходит. Потому что ошибка в 585. Текст. От слова текст. Ай, нет. Ненавижу Visual Studio. Сори. Вот, теперь переводится. Значит, первым делом печатается адрес. Адрес печатается неправильный. 8000, 60000. Почему? Значит, функция добавления элемента работает неправильно. Что ж, смотрим. BX сохраняет время на адрес строки. Сохраняет адрес того элемента, в который нужно добавить. Создание элемента. Созданный элемент записываем в SI. Тип элемента. Сохраняем kx, ищем свободное место. Вот здесь, в общем-то, все правильно. Нужно посмотреть, что он вообще за элементы добавляет. Это делается так: add di, запятая, l нам, null di, запятая, di, пусто, ничего не добавляет. Это может быть связано вот эта функция барахлит, которая добавляет элементы. Сохраняем регистр. Так, сохраняем время на адрес строки, сохраняем адрес того элемента, в который добавляем, создаем новый элемент di, в di создает вот эта функция. Значит, потом берем SI, записываем тип элемента, восстанавливаем адрес начального элемента, ну, то есть в SI, DI, устанавливаем имя. А, так мы устанавливаем имя, а нам-то нужен адрес строки имени, то есть здесь нужно писать так, mov. SI, запятая, SI.
пусто, 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 пусто. Плохо, 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 плохо. Отделяем, записываем тип элемента. Это у нас для записи типа элемента кусочек. А вот этот кусочек для записи имени элемента. Из DI печатает в SI, копирует. А, восстанавливаем адрес. Это к этому относится. После копирования строки восстанавливаем адрес того элемента, в который нужно добавить. Ну да, значит, у нас копирование строки, наверное, не работает. STR COP. Читаем длину строки. Да нет, она должна нормально работать. Давайте сразу проверять. То есть мы что делаем? Мы сейчас будем смотреть ту, вот, сохраняет временно адрес строки с именем элемента. Ну, то есть имя какое нужно создавать. И мы сейчас перекомпилируем и посмотрим. Вот, то есть здесь должно быть x, здесь должно быть открывающая скобка, здесь должно быть закрывающая скобка, а он не копирует DI. Хорошо. Нет. А, мы же тут восстанавливаем адрес того элемента, в который нужно добавить. А значит, что А, добавляем элемент dx. Dx. Так, смотрим. Все элементы правильно добавляются. Так мы когда элементы смотрим, мы же не указываем, с какого элемента смотреть. То есть здесь нужно написать mov di, запятая, корневой элемент struct. Вот так. Я думаю, что он там пишет. Вот. Имя. Вместо имени какие-то цифры. Адрес. Вместо имени цифры. А, ну да, он потому что печатает int, а он должен печатать str. str. Опять неправильно. Так, внимательно. SI. В SI записываем адрес элемента, прибавляем имя mov ax SI. А print str не ax печатает же, по-моему. Ну-ка. DI печатает. Print str mov запятая ax. Вот так, что ли?
Вот, принт, все. Теперь нужно все это просто переставить местами как-то, чтобы ровно было. Вот это next 0, ну то есть сдвигает. Как же нам? Ну, уберем пока предыдущий элемент и следующий элемент с печати. Печать родительского элемента оставим. Печать адреса родительского, ой, родительского элемента. Так, так, заново. Итак. Вот эта штука предназначена для печати отступов в количестве предков. То есть сколько предков, столько и отступов в пробеле, в пробелах. Ну, пока это нам не нужно, как бы, но вот в следующем видео мы уже будем структуру просматривать целиком. И нам, соответственно, нужно будет... Эти отступы будут нужны. Так, печать отступов. Далее идет что у нас тут? Что это такое? Адрес расположения элемента. Далее. Не помню, что это такое. Тепро. А, это пробел? Ё-моё. Тогда неправильно. Тогда нужно вот так сделать. Вот. Здесь печатаем тип элемента. Ай. Почему здесь пробела нету? Здесь же тоже пробел должен быть. Печать адреса родительского элемента. Здесь тоже должен быть пробел один. Что ж. Печать адреса предыдущего элемента. Представляете, сколько, да, здесь лишнего написано, вот эти вот, в принципе, вот эти все, все можно оптимизировать. Но сейчас для отладки это вообще не нужна никакая оптимизация. Так, печать адреса следующего элемента. Печать адреса первого вложенного элемента.
печать имени элемента. Имени и значения. Так, и хотели что сделать? Уберем пока адреса вложенных элементов, печатать не будем. Следующего элемента печатать не будем. Предыдущего печатать не будем тоже. Оставим только родительский, тип элемента и значение. Значение тоже пока у нас не используется. Следовательно, вот так как-то должно все это быть. Компилируем, запускаем. Замечательно. Ну вот наша структура уже формируется, похоже на оригинал. Что ж, все работает. Теперь нужно сформировать структуру, то есть с отступами, чтобы мы видели уже ветвящуюся, как у нас ветвящиеся структуры формируются, соответственно. Ох, блин, сколько окон-то. Закрыть окно, закрыть все окна. Ну, то есть теперь нам нужно будет уже формировать структуру. Отлаживать, вернее. Мы уже много чего как бы там понаписали. Нам просто это нужно будет отлаживать. Так, так, так. Где же она у меня была? А вот он. Ну, то есть вот. Вот это, чтобы увидеть, с отступами как бы печатается. Ну, наверное, понятно. Что ж, сейчас чайку попью и запишу с отступами, как все это работает. Исходники прикреплю к этому. Как всегда, под видео. До следующего видео.